Круглый стол о состоянии развития бурятского языка на современном этапе изначально обещал стать историческим. Во-первых, решается вопрос о присвоении Бурятскому государственному университету имени первого бурятского ученого Даржибанзарова. И второй вопрос, не менее животрепещущий, о восстановлении факультета бурятской филологии. Выступавший с докладом исполняющий обязанности министра образования подчеркнул, 53% бурят не владеют родным языком, а оптимизация расходов приводит к сокращению школ и учебных часов, что ведет к снижению уровня языковой подготовки. В последнее время много сделано для развития бурятского языка, но этого недостаточно. Бурятии требуется больше учителей, продолжает первый заместитель председателя правительства республики, президент Всебурятской ассоциации развития культуры. Мы хотим предложить возобновить ситуацию, когда готовились преподаватели русского языка с правом преподавания бурятского и преподаватели бурятского языка с правом преподавания русского языка. Почему? Потому что сегодня насущно стал вопрос, особенно в селах, деревнях, малокомплектных школах, на круглом столе ректорату БГУ рекомендовано воссоздать факультет бурятской филологии, расформированный несколько лет назад, якобы из-за невостребованности, и увеличить количество бюджетных мест. Предложение о присвоении университету имени Даржибанзарова было озвучено президентом БНЦ. По его словам, этот вопрос уже обсуждался в Министерстве образования в Москве. Понятно, что ответ наконец-то пришел тот, который нам и необходим, что при поддержке правительства Республики Бурятия, при обосновании этого вопроса, все это сделать возможно. Пока все выступления носят рекомендательный характер, но уже известно, что вопрос в принципе решен. Дело за формальностями. Как отмечают общественники, присвоение университету имени Даржибанзарова и восстановление бурятского факультета приведет к новому импульсу в развитии изучения бурятского языка. Намсарай Нуцарай, Виктор Горновской, новости дня.